Что сказать? 10-4. Что 10-4? Дом 1. Ян, повтори то, что я сказал, только у тебя... Смотри, ты, получается, что говоришь? Ты говоришь 10-2, беру маркировку Адам 2, ставит 3 юнитов. Так ты должен сказать. То, что ты направляешь ему. Он это, походу, отошел. 10-2, выхожу под маркировкой А2. Адам, в составе 3 юнитов. Выхожу под маркировкой Адам 2. 10-2, выхожу под маркировкой Адам 2 в составе 3 юнитов. Все, можем патрулировать. Тормози. Тормози, тормози, тормози. Блин, я сейчас хочу курсы. Я знаю, вертолет тут берем здоровье. Вон у нас будет. Сейчас вот у нас будет 10-6. Вот не догоним. Адам 2, давайте за нами. На ЕС едем. Или кто это? Я хочу не знаю. Вадим Пупкин, понял. Он сейчас поедет на выезд в тоннель. 10-4. Да, не за что. Ну куда? Что творится? О. Что он делает? Проводим 10 писем. Адам второй, займитесь вулканом. Что он творит? 10-4. Я выхожу? 10-4 ты не должен был. Нет, стой, я не передал ничего. Подожди, не торопитесь. Проводим 10.55, 10.20, район Дуэрти, квадрат У5, город Сан-Пьера. Смотрим в юго-восточном направлении. Адам 2, как приняли прием? 10.4. 10.4. Николас, идите проверьте машину, купщик, соответственно, штраф. На... открытый огонь. 477 ID. Атом 2 открыли огонь по черному нулю.
У нас кто-то один. Потому что по нам открыли огонь. Код 3. Код 3? Вообще. Повышенный. Сейчас слышно, видно, какой у нас эта точка. И на первую очередь. Так, ну у нас получается что? У нас по нам открыли огонь. Ну если открыт огонь, то код 1. Говоришь. Коля, не Николай, блять, Николай, Коля. Мираж. Я вообще оружие отыграл то, что ты его взял с этого, с машины. Кстати, я забыл тебе что говорить. Потому что так только использую дигл. Я только ее починил, ты что, издеваешься? Нападавшие исчезли с радара, уцелкнулись. Все, продолжаем патрулирование, Адам-2. Может, порежем Черный Султан в маске? А маска это УК. И типа запрещено маски носить. Гражданским лицам. Боже, меня опять кикнуло. Буду ждать на главном входе. Эрик, ты где?
Эрик, ты там заходишь? Да подожди, у меня все сломалось. Давай. Секунду. Мне почему-то после того, как я фрап шу, я заканчиваю запись, и у меня фрап скрашится. А вместе с фрапсом крашится все остальное. Они докладывали о нарушении? Вы видели в департаменте? Я нет. Ты про военкомат? Коля, а вот то, что она нам сказала именно, ну, указывает вам, едьте туда, откуда приехали, мы можем за что-нибудь это задержать или что-нибудь такого сделать? Можем или нет? Коля. Коля отдыхает. Нет, не можем. А вот Емельяна сейчас дисциплинарный можно пришлось. Пришел. И куда не приходил? Куда мне перекинуть? Коди, слушай, что творится? Эмилия, скажи мне, ты охуел? Это что ты охуел? Что вы творите? Ты охуел? И у меня фрапс идет. У меня фрапс. Я рад. Знаешь, за что твои пятерка упакованы? Это нормально?
Тихо. Я не за пятерку, я прихожу, спрашиваю, что такое. Нет, бабам слова не давали, вообще адекватно. Так, блядь. Тихо. Я не понимаю, вам сейчас помню. Тихо.